к нам едет премьер. Екатеринбург готовится к приезду Дмитрия Медведева. Председатель российского правительства планирует посетить международный форум «Дорога», являющийся одним из крупнейших мероприятий дорожной отрасли. Международная выставка пройдет в Конгресс-холле. Отметим, что в преддверии визита сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости пропускать транспорт со спецсигналами. Вагончик тронулся. С сегодняшнего дня по Макаровскому мосту начали курсировать трамваи. В рейс вышло 4 маршрута. Пока движение открыто лишь в одном направлении – от улицы Гражданской до Московской. Отметим, что пути были проложены по инновационной технологии. Так, на мосту уложены бесшовные рельсы, которые снижают шум, уменьшают вибрацию и берегут бетонное покрытие дороги от микротрещин. Безопасно однозначно. В Екатеринбурге стартует всероссийская акция о безопасности дорожного движения. В рамках кампании «Однозначно» инспекторы ГИБДД проведут профилактические мероприятия не только в школах и автошколах, но и автозаправках. Водителям напомнят о важности соблюдения скоростного режима, отказа от опасных маневров и так далее. Пешеходам объяснят о безопасном переходе дороги и взаимодействии с водителями.